Всем привет! Продолжение по Mercedes Vito 638 проект. Вот он стоит. Что у нас имеем? Здесь все у нас обработано. Ну, то есть покрашено. Все закрашено. Вот таким вот образом уже припылилось оно. То есть это чтобы вам просто показать. Здесь моторный отсек. Все закрашено. Все в цвете, это цвет, металлик под лаком. Далее, здесь у нас все денитрол, везде все заденитролено, то есть моторный отсек весь у нас уже готов к установке самого двигателя. Здесь у нас тоже все обработано, вот это все денитрол, уже все высохшее, все как бы без вопросов. Вот так вот это все выглядит, здесь заденитролено. Здесь денитрол 482, а здесь все прокрашено. Еще будем все это, сейчас обработаем скрытые полости моим фирменным, так сказать, веществом. Кто не знает, заходите на канал, там все написано. Вот оно стоит, я тут мутил его в этой банке. Сейчас открыть. Вот оно. Немножечко его чуть-чуть подогреем. Кто не видел, как я делаю данное средство для скрытых полостей, заходите ко мне на канал. Там есть видео. Самое лучшее антикоррозионное средство. Смотрите, как оно делается. Я всегда его использую для скрытых полостей. Все это заливаю. Оно как бы проверено. Вопросов нету. Далее. Здесь мы все... Все места, которые были проварены, обработали эпоксидным грунтом. То есть вот здесь все было выварено, здесь, там спереди все было повываривано. То есть все это обработали эпоксидным грунтом, он высох. Сейчас на данный момент все это залили просто эмалью. Эмаль PF115, она дает хороший слой. То есть уже для слоя увалили, она более будет такая немножко вязкая, твердость нам здесь не нужна, потому что это все будет закрываться. Далее, здесь уже когда все высохнет, будем делать шумоизоляцию, и уже после того, как сделается здесь шумоизоляция, уже затем будут все скрытые полости будут уже обрабатываться. Поэтому, кому интересно продолжение по данному автомобилю, заходите на наш канал, подписывайтесь, всем удачи, ждем на канале.